Сегодня мы в гостях у самого Смирнова Леонида Леонидовича, и первые его картины, которую он нарисовал в стиле корл-арт. Сейчас мы его представим, и он покажет свой новый шедевр, который я уже вижу. Просто бешеная энергия идет от этой картины, потому что там вкрапленный коралл, и это энергия жизни, энергия любви, радости. Леонид, расскажите, пожалуйста, про свою первую картину, что вы хотели изобразить и почему ваше искусство называется корл-арт? Почему это направление в живописи новое совершенно, оно получило название корл-арт? Здесь в названии два англоязычных слова корл, это русское коралл, искусство, коральное искусство. Потому что в краску, вот еще в непросохшем виде, я вкрапляю коралл санго. Измельченный коралл, он прямо в краску добавляется, и вот эти элементы фактурные, они все содержат коралл. А что вы здесь изобразили? Это рыбки такие или волшебные, или что это? Рыбки, они как бы там летят внутри воды, потому что... А это птичка сверху или что это? Рыбка тоже. А, тоже рыбка, то есть пара, да? Здесь даже не важно, что это. Косяк. Что она в короне, что она королева, потому что она исполняет три желания. Здорово. Поэтому прям это... там кораллы вкраплены, да? Вот, да, это да, вот да, эти да, кораллы, да, да, я понимаю? Потому что кораллы характерны для подводного мира. Поэтому, ну, здорово. Очень хорошая энергия идет, да. Подводный мир изобразить. Но желание загадывайте, пока есть такая возможность. Замечательно. Она волшебная девочка. То есть можно три желания сегодня загадать мне, так как я первый свидетель этой картины. Я правильно понимаю, что мои три желания все они сбудутся? Потому, и вы свидетели все. Я сегодня загадаю три желания, а потом вам скажу, исполняется оно или нет. Очень даже, кстати, интересно будет, да. Это волна гармонии, счастья, любви, она должна пойти по всей планете. Именно, так сказать, здорово. С подводным миром, с кораллом, который нами уже... Но это уже закончена ваша картина или что-то еще вы будете добавлять туда? Добавить, а вот там как будто очертания чего-то вы рисуете, это что будет там у вас? Где там? Ну вот где вы держите рукой, вот да, что какие-то очертания там идут, это что? Ну, башни, как бы, так сказать, подводные замки там, так сказать, подводные. Интересно, то есть там еще будет и подводное царство у вас? Да, надо же, так уникально. Живет. Вы прям фантаст, Леонид. Волшебник, наверное, нет? Может, у вас можно поучиться волшебству? Ну, бывает волшебный художник, а я художный волшебник. Ну вот сегодня как раз я была первой свидетельницей первой картины Coral Art, и я загадаю три желания. Вот, ну и потом... У меня есть планах обучать. Да, и потом мы с вами проверим, насколько Леонид у нас волшебный художник, и сбываются ли его желания после приобретения картин Coral Art. Благодарю за внимание. С вами Леонид Смирнов и его авторская программа и Coral Art.